В китайской провинции Хубэй, в городе Ухань, сегодня презентуют больницу, возведенную всего за 10 дней. Там будут лечить людей с коронавирусом. Уже сегодня в госпиталь прибыло 1400 военных медиков. Новый госпиталь Хуошэньшань рассчитан минимум на 700 мест. Общая площадь больше 7,5 тысяч квадратных метров. Госсми в прямом эфире транслировали процесс строительства, который шел круглосуточно. Над комплексом трудилось около 4 тысяч рабочих и 100 единиц тяжелой техники. Больницу соорудили из готовых сборных блоков площадью приблизительно 30 квадратов каждый. Сам проект скопировали из пекинского госпиталя, который власти возвели в 2003 году во время эпидемии вируса атипичной пневмонии. Через два дня власти презентуют еще одну больницу – Лиошэньшань. Она рассчитана на 1600 койко-мест. На борьбу со вспышкой вируса со всего Китая прибывают военные врачи. Военные специалисты имеют профессиональный опыт вирусологии и микробиологии, знают, как обезопасить себя и как вести профилактику, плюс ко всему без ошибок борются с инфекционными заболеваниями.